Сегодня у нас проходит встреча с фракцией КПРФ жителей города Ярославля. В связи с тем, что на Ярославскую областную думу при вынесении бюджета выносится несколько законопроектов, бьющих по простому человеку. Это касается как начиная с школьников, значит, по завтракам для школьников, проезда студентов. Дальше обдираются жители, значит, сегодня по региональному стандарту, который повышается, значит, при оплате за жилые помещения. Обрезаются у нас финансирование здравоохранения, образования. То есть социалка кругом обрезается. В то же время, как президент России господин Путин, выступая, значит, еще за рубежом несколько дней назад, сказал, да, бюджет тяжелый, но социальные программы трогаться не будут. Ровно наоборот происходит в Ярославской области. Мы, фракция КПРФ, сегодня донесем до заседания депутатов, донесем до губернатора те требования, которые сегодня беспокоят жителей города, и продолжим эту борьбу. На площади туда соберемся на демонстрацию, на митинг. И в последующем, пока будет рассматриваться бюджет, пока будут приниматься законы, которые ухудшают жизнь людей.